Всем привет, друзья мои! Хочу вам сказать, что несколько дней назад я посеяла мелкопыльные семена цветов, и вот они начинают потихонечку всходить. Накрывали мы их целлофаном, ставили в теплое место. Я ставила под подсветку. Вы можете к окну, у кого нету подсветки, или просто на подоконник. Только надо что-то постелить. И вот сегодня уже мои семена стали потихонечку зеленеть, сходить. Не земля зеленеть, а семена сходить. И вы их не старайтесь сразу открывать целлофан. Вот говорят, как только начинают они проклевываться, показываться, нужно снимать целлофан. Нет, мы их потихонечку приучаем понемножку. И целлофан не снимаем. А я вот взяла и вот так вот наделала дырочек, чтобы они и дышали. Не собирался, чтобы конденсат. Прям вот взяла зубочисткой и вот так вот наделала дырок. И оставила еще. Вот, пусть они будут укрыты. Все, сейчас так сделаю. Все продырявлю. Потом будем потихонечку их понемножку открывать, тоже не до конца. А вот так, допустим, вот по чуть-чуть оставлять дырочку побольше и приучать их понемножку. Потому что очень семена нежные, тоненькие, не семена, а росточки. И если нам сразу резко их открыть, и воздух будет сухой для них, и холодно, то есть они могут погибнуть. Поэтому сразу не открываем. Делаем небольшие отверстия и потихонечку их приучаем к свежему воздуху, как маленьких детей. А уже когда они немножко подрастут и окрепнут, тогда уже можно будет целлофан снимать.